было очень странное мероприятие. Как нам было обозначено, что в 3 часа назначено совещание в администрации города. Мы пришли, попали мы на совещание только в 4 часа, при этом журналистов не пустили. Было очень долгое совещание, чиновники переливали из пустого в порожнее, продемонстрировали, собственно, непонимание законодательства, сказали, что проводить шествие по тем улицам, которые пересекаются с теми улицами, где проходит движение общественного транспорта, запрещено. Вместо нормального расчищенного проспекта Кирова, это единственная расчищенная улица в городе Саратове, было предложено провести мероприятие, шествие и митинг в сквере имени Грибова. Это абсолютно безлюдное место. Мы вчера там были, там стоит какое-то помещение, очень-очень грязное и неприятное на вид, все увешано сосульками, сосульки лежат на земле огромного размера, это очень опасно. Пока никакого согласия мы с ними не нашли, кроме сквера Грибова, больше никаких вариантов не согласовано. При этом надо понимать, что мы просили 30-минутное шествие, которое по скверу Грибова, которое длиной там от силы, я не знаю, 200 метров, ну, проводить просто смешно, это топтание на одном месте. Мы целый час объясняли сотрудникам администрации, что он технически не пригоден ввиду своих коротких размеров. Ну, нам сказали, что так считаем только мы, и, собственно говоря, мы можем со своим мнением жителей города Саратова идти лесом.